Всем привет! Сегодня мы будем продолжать играть в воздушные игры. И вы готовы? Если готовы, то начинаем на счет 3, 2, 1! Погнали! И наша сегодняшняя первая игра — это надо составить слова из букв. Для этого нам нужны разные буквы из бумаги. Мы их должны сами вырезать. У нас уже есть вырезы. Дальше нам нужны две вот таких трубки. Обязательно. А теперь следим за мной. Смотри, я уже как я делаю. Берем одну букву, ставим ее. Вот так берем. И ставим куда нужно. То есть мы вот так дыханием на себя, ну, от себя дуем и притягиваем за собой букву воздухом. Готовы? Андрюх, ты готов? Давай пять. И поехали. Бери трубочку. Давай. И бери. Букву вот так. Давай. И дуй вот так. Бери. Не, вот так. Не, вот так. Давай. Давай, смотри, вот, смотри, как я. Смотри, как я лжу. Смотри, смотри. Лжу. Смотри. Давай ты теперь. На себя дуй. И мы обязательно должны на себя дуть. Продолжаем. Вот так ставим лжу. Смотри. Вот буква А. Вот. Бери. Бери. Вот так трубочкой. Если вы не можете дуть, то можете просто трубочкой вот так двигать. Давай, Алдюка. Теперь я букву Е сейчас возьму. Так. И теперь ты букву Н сюда. Иди сюда. Давай. Вот, смотри. Мы должны из этих букв составить любое слово. Давай, Алду. Вот тут. Давай. Вот. Смотри. Вот так. Вот так. Вот. Давай. И вот сюда дуешь. На эту. Дуй. Дуй. Так, вот так. Последнюю букву мы делаем. И отлично, Алдёк, дай пять. Если вы закончили, то молодцы. А слово мы покажем через